Все, кого он предлагает, его близкие. Те, кто любят и уважают его. Более того, большинство – его бывшие ученики. По-видимому, муфтий Эфенди решил использовать назначение на свободные посты в свою пользу. Скоро все прояснится. Мы так давно с тобой не виделись, Яхья Эфенди. Что ты об этом всем думаешь? Глазами не увидеть, сколько всего справедливости на чаше весов, повелитель. Например, то, что кажется жестокостью, может быть чистым милосердием, а иногда милосердие к одному ведет к смерти сотен. Есть лишь один определяющий критерий – совесть. Важно то, что она говорит. Войди. Повелитель, это вам от Белирбе Анатолии Едигяра Паши. Повелитель? Случилось чего? Белирбей Анатолий Едигяр прислал письмо, описывая обстановку там. В Бурсе много сложностей с установлением режима. Гумушзаде Эфенди выпустил взяточников из-под стражи. Кто этот Гумушзаде Эфенди, знаешь? Хорошо знаю. Не мной будет сказано, но его обвиняли раньше во взяточничестве. Но, несмотря на это, муфти Эфенди хочет назначить его на пост в Измире. Войди. Добро пожаловать, Валиде. Мне сказали, что вас нет во дворце. Да, у меня были дела в благотворительном фонде, я была там. Что это? Список лиц, которые хочет назначить на свободные места муфти Эфенди. Они все его люди. Очевидно, что он хочет собрать свою команду во главе духовенства. Ну, если эти имена предоставил муфти, то надо послушать его. Вы что говорите, Валиде? Там половина списка предателей. Мне послушать их и выкопать себе яму? Очевидно, что они все заодно. Сделай, как они хотят, чтобы не всполошились. И после мы узнаем всех врагов в лицо. Пусть будет по-вашему. Я завтра еду в Бурсу. Какое-то время меня не будет в столице. Оттуда много жалоб. Я лично во всем разберусь. Сынок, зачем ты едешь? Дай приказ, пусть привезут всех виноватых. Ты же знаешь, кот из дома, мыши в пляс. Я поэтому и еду в Валиде. Посмотрим, кто, воспользовавшись моим отсутствием, нападет. Пусть думают, что я оставил трон, но я вернусь в тот момент, что никто не будет ожидать. Они даже имена свои от неожиданности позабудут.